Добрый вечер, друзья! Сегодня в главной роли золотой лауреат международного конкурса имени Чайковского, народная артистка Республики Татарстан, солистка Татарского государственного театра оперы и балета Альбина Шагимуратова. Приветствую вас, Альбина, добрый вечер. Добрый вечер. Я к своему стыду перечислил не все ваши награды и звания. Безусловно, красуется где-то в красном углу еще и «Золотая маска». Рядом с ней располагается диплом из Испании. Это первая премия конкурса Франческо Винниса. И, может быть, где-то на секретере статуэтка «Каста Дива» и так далее, и так далее. Это замечательное прошлое. Но я думаю, что сейчас вас волнует совсем другое. Это здоровье Виолетты. Я поздравляю вас с премьерой в Большом театре России оперы «Верди» «Травиата». Спасибо. Так как здоровье Виолетты, мадемуазель? Пока жива. Пока жива. Это после репетиции, после того, как вы спели в Сан-Франциско, перелеты, джетлэг, часовые пояса? Да, 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 да. Я приехала буквально за 6 дней до премьеры. Но обычно у оперных сопрано планируется жизнь на много-много месяцев вперед. Годы вперед. Даже годы, безусловно. Почему так получилось, что вот перед этой очень важной для вашей карьеры премьер были другие спектакли? Вы как-то в последний момент оказались в этой команде? Дело в том, что сама Франческо Замбелла меня попросила участвовать в этой премьере. Это был февраль 2012 года. Я дебютировала в «Травиате» в Хьюстоне. Это был огромный успех, на котором она была. Это не был ее спектакль. Но она была в зале, она присутствовала. И когда она приехала в Москву и послушала кастинг, она решила пригласить меня на кастинг, на котором я не участвовала. И, как оказалось, у них не оказалось Виолетты. Франческо Замбелла – это очень значимая личность в музыкальном мире. И когда шли репетиции, в ее видении спектакля, она посчитала, что нужно посмотреть на эту историю любви и смерти глазами самой Виолетты. Это та прекрасная женщина, о которой все говорят, но по-настоящему она так и неизвестна. Вот как вам такое решение? Были ли какие-то противоречия внутренние, или все понравилось с самого начала? Мне понравилось с самого начала, потому что это именно тот режиссер, который ничего не придумывает с воздуха. Она все, что написано в клавире у Верди и у либреттиста Пьявы. Поэтому я бесконечно счастлива, что «Травиата» в традиционной постановке, в красивых костюмах. Единственный момент, да, эта история, сказанная самой Виолеттой, она вспоминает эту любовь Альфреда. И это такое откровение получается. И видение Франчески этого образа – это ее моноспектакль. Если вы помните, прелюдия к первому акту и прелюдия к финальному акту, они повторяются одно и то же. И прелюдия в первом акте, она умирает уже. То есть это такая символическая арка. Она сделала такую символическую арку в этой опере. Мало кто сейчас это делает. В основном очень, очень много современных постановок в мире «Травиаты». И в этой постановке она благородная все-таки женщина, с достоинством женщина. И как она говорит, Альбина, you have to be flexible. I'll give you freedom. Это так редко можно сейчас услышать от режиссеров, которые говорят, Альбина, мне необходима твоя личность на сцене, потому что это та партия, которая требует от артистки не только пения. Это драматическая игра, умение держать внимание зрителя. Удивительно, что на премьере, которая состоялась очень давно, больше 150 лет тому назад, критик, музыкальный критик, оценивая вклад Верди, хотя там прием был достаточно холодный, отметил, что это другой музыкальный мир, который открыл Верди.
Это то же самое, что прийти на драматический спектакль. И вот, пожалуйста, вам еще один мостик с XIX веком. Да. Потому что эта история настолько должна трогать. Ну, любая хорошая опера должна трогать. И тогда спрошу следующим образом. Сам Верди тоже настаивал на том, что история должна быть современной. И либретист в одном из писем говорил: «Маэстро не терпит париков». Так вот, насколько для вас и для режиссера спектакля эта история современна? Простота. Я бы так сказала. Простота, натурализм в поведении Виолетты и искренность. Вот это нет, это парики, то есть это все излишняя вычурность. То, чего нету в этой опере. Вы как-то себя специально настраиваете на этот спектакль, потому что здесь все-таки требуется недюжинное актерское мастерство. Конечно. И многим воспоминаний о том, что когда-то было в консерватории, но явно недостаточно. Вы знаете, вообще Виолетта – это такая партия, которая, наверное, в репертуаре любой певицы будет стоять особняком. Это не Джильда, это не Царица ночи, это совсем другая партия, которая... Но невероятное владение актерским мастерством необходимо. Uh-huh. И я помню, как я еще в консерваторские годы пела второй акт «Травиат». Это моя дипломная работа была. И четвертый акт. Но спеть этот целиком спектакль, прожить этот спектакль, жизнь от этой несчастной женщины, которую никто не любит. Ее никто не любил, ей все завидовали. У нее не было подруг. Это единственный человек, который ее любил по-настоящему, это Альфред. И ради которого она совершила эту жертву. Почти без боя вам сдались и Зальцбургский фестиваль, и Метрополитен, и Венская опера. А как произошло с Большим театром? Пришлось ли побороться за собственную личность? Мы можем вспомнить Руслана и Людмилу. Вы знаете, вот я открывала историческую сцену Большого театра, не являясь солисткой Большого театра. Я до сих пор не являюсь солисткой. Я приглашенная солистка Большого театра. А бороться? Да, было много конкуренток на партию Людмилы. И я пела специальное прослушивание для маэстро Владимира Юровского в Берлине. И как-то вот попала сходу. И потом началась вот эта работа с Дмитрием Черняковым впервые для меня. И это, конечно, для меня это было открытием, работать с таким режиссером. И после него уже ничего не страшно. После работы с Черняковым ничего не страшно. Особенно Франческо Замбелло. Не, Замбелло. Она гораздо более традиционная в прочтении. Да, да. И, конечно, Травиата. Эта Травиата в прочтении Франчески Замбелло, она обеспечена на большой успех. Ну, а вас не... настораживало, как актрису, как оперную диву, или, может быть, вы не чувствовали какую-то особенную ответственность, хотя бы потому, я не беру сами священные стены Большого театра, что история постановок очень насыщена именно в Большом театре. Достаточно напомнить, что среди первых лауреатов Сталинской премии была Валерия Барсова, да, которая, в общем, уже в серьезном возрасте она пела Травиату. Ну, тогда были другие времена, и телевидения не было, и так далее. То есть ее любил Сталин, и наряду с Шостаковичем она получила сталинскую премию. Не конкретно за Виолетту, а по совокупности, что называется. Да. Галина Вишневская в Большом театре пела Виолетту. Вот как этот флёр исторический оказывал какое-то давление на вас? Ответственность. Конечно, огромная ответственность. И я не считаю себя оперной дивой. Я только в самом начале. Я только-только... И должна вам признаться, что я не всегда пою Виолетту, поскольку я осторожна с этой партией. Это низкая партия. Драматическая партия. Ты посмотришь Людмилой в Руслане, конечно. Это... Поскольку я все время пою «Царицу ночи», «Констанца», «Джильда», «Лючия», весь белькантовый репертуар. «Травиата» для меня это особая опера. И я согласилась,
потому что это большой театр, потому что это историческая сцена. И это в России. И я так мало бываю в России, так мало бываю в Москве, что спеть здесь и гордость, и счастье, и невероятная ответственность, конечно. И я уверена, что Галина Павловна Вишневская была на премьере, и надеюсь, ей понравилось. А самое необычное и, может быть, непривычное место, где вам приходилось выступать? Было самое страшное выступление – это Рикардо Мутти на Зальцбургском фестивале, поскольку это был мой европейский дебют. И тоже еще та ответственность. И Венский филармонический оркестр, который играет на полтона выше. То есть «Царица ночи» для меня была с фа диезом наверху. И маэстро Мути, которого я увидела за полтора дня до премьеры. То есть, конечно, поджилки тряслись. Вот это было страшно. А потом была очень необычная постановка той же «Волшебной флейты» в Лос-Анджелесе, когда необходимо было петь эти все обе трудные партии на пятиметровой высоте. И театр Лос-Анджелеса огромный. Это без страховки все происходило? Без страховки. А как «Лунный мир» проходил Гайдна? Очень редкая постановка оперы. Это где звучало? Это было в Нью-Йорке, в планетариуме. В планетариуме. Это такая очень удивительная. Я почему и согласилась участвовать в этой очень необычной постановке, поскольку вокруг тебя летают планеты, звезды и луна, и солнце. И очень соответствовало сюжету этой оперы. Там была Фламиния, да, у вас партия? У меня была Фламиния, да, Фламиния. Колоратурная партия, да, да. И очень необычно. Камерный оркестр, камерный зал. 300 мест, пожалуй. Максимум 300 мест. И жалко, что эта опера не идет в таком большом, на такой большой сцене. Вас ревностно отпускают из Татарского театра оперы и балета, где вы солистка? Нет. Руфаль Сабирович Мухамедзянов приветствует мои практически постоянные отъезды, поскольку считают, что певица не должна сидеть в одном театре, певец или певица. Она должна ездить, она должна развиваться, она должна работать. То есть судьба должна быть flexible, то, что вот мы говорили в начале. Да, 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 да. Это и позволяет расти, чтобы этот потолок музыкальный, он всегда шел вверх. А так иначе неинтересно. Неинтересно работать, неинтересно. Жизнь очень интересная. Ездить, встречаться с новыми певцами, дирижеры. С режиссерами бывают иногда, не такими, как Франческо Замбелло, бывают проблемы есть с режиссерами сейчас. Которые... Но вы послушная актриса. Я бы не сказала. Нет? Нет. Будете отстаивать свою точку зрения? Буду. Да, я отстаивала свою точку зрения, работая с Черняковым над Людмилой. Потому что если бы я выполняла все требования Чернякова, зритель Большого театра бы не до конца бы не понял Людмила. Все-таки Людмила русская девушка, не европейская. Если эту постановку повести на Запад, у этой постановки был бы огромный успех. Я стараюсь, я готовлюсь всегда к первой репетиции. Я прихожу подготовлена, у меня есть свое понимание образа. И если меня режиссер убеждает в том, что надо сделать так, я сделаю. А если не убеждает, извините. Но на «Травиате» было полное взаимопонимание с режиссером, еще раз повторю, Франческо Замбелло, удивительной женщиной, которую, по-моему, во всех театрах мира просто обожают и ждут ее появления. Ну, а теперь публика ждет появления вашего на сцене Большого театра, в том числе и в партии «Виолетте», в знаменитой «Травиате» Верди. Спасибо вам большое. Спасибо еще раз с премьерой. Спасибо большое. Сегодня в главной роли Альбина Шагимуратова, солистка, приглашенная солистка Большого театра России, солистка Татарского театра оперы и балета, лауреат многих конкурсов, в том числе и конкурса имени Чайковского. Обязательно увидимся. Счастливо.